а я иду в кофейню снимать для вас интервью с участницей ретрита. И хочу рассказать, что такое ретрит. Может быть, напомнить. А ретрит — это вообще английское слово. Оно используется в русском языке как международное обозначение времяпрепровождения, связанного с духовной практикой. Я посмотрела, у нас в Санкт-Петербурге, я думаю, что и в других городах тоже есть даже 3- и 5-дневные ретриты и йога-клубах, то есть это самое популярное место. И если, например, в вашем городе, то есть не нужно никуда выезжать, более такая облегченная форма получается. Но мне кажется, что кайф и основной смысл ретрита — это именно поездки ближе к истокам, в Азию, в горы. И вообще это уже получается хоть и уединение, но все равно путешествие. Я, например, сразу представляю обратную дорогу, что я буду думать, как изменится мое сознание, какие у меня появятся мысли, как я буду воспринимать мир и людей вокруг. Мне кажется, в этом самый кайф и результат такой поездки. Но мы сейчас узнаем подробнее все у Оксаны. Расспросим. Оксан, ну, во-первых, спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать в моей авантюре, записать видео, рассказать про свои впечатления о ретрите. Помните, когда я рассказывала вам, что Оксана именно оказалась в ретрите, она попала туда случайно, то есть она не планировала тур заранее, это не произошло осознанно после долгих практик в йога-центре, она именно там оказалась. Чисто случайно попала. Расскажи, пожалуйста, как это произошло. Мы планировали поездку, планировали пожить в Таиланде не неделю, не две, а месяца полтора. И, соответственно, просто приехали, ничего заранее не бронировали, купили билеты и полетели. А ты думала, вы на виллу, да, едете? Я думала, что я буду... Это было на Самуи. То есть, представляете, да, мои ожидания? Белоснежная вилла на берегу моря. Смотрите, развод какой, да? Мы такие наивные девчонки. Мы на самом деле так и планировали. Но когда мы приехали в аэропорт, то мы увидели то, что курс, это был как раз тот год, когда резко... Да, мы, кстати, тоже в Таиланде были в это время. Там 100 рублей, да, был? Да, и то есть был один к одному, а в итоге там 1 к 4, ну что-то совсем... И мы стоим в аэропорту, видим этот курс, у нас вообще разрыв шаблона, такая вилла. В общем, мы начинаем пересчитывать на рубли, сколько в итоге нам нужно денег на жилье. Ну вот, мы поняли то, что нужно искать что-то попроще, залезли в ВКонтакт, начали искать группы ребят, которые живут на Самуи, да, и, соответственно, занимаются организацией экскурсий, аренды жилья и так далее. Нашли девочку, списались с ней, то есть мы вот, нам вечером надо где-то ночевать, а у нас жилья нет. Мы просто сидим в какой-то кафешке и вот так вот сидим, ищем, куда нам податься. Ну вот, в итоге приехала эта девочка и говорит, у нас есть домики небольшие, там на 3-4 человека. В общем, поехали, я вам покажу. Я говорю, ну отлично, поехали. Но опять же, да, понимаете, домик в моем понимании, это домик. Мы себе сразу представляем, что это же на берегу. Да, но она говорит, там первая береговая, все шикарно, на наши деньги там это что-то выходило тысяч. Может, 25 тысяч рублей на месяц. Мы, вообще классно. В итоге мы туда приезжаем. Вы вдвоем были, да, парой? Мы были парой, и с нами была одна подружка, которая все время занималась работой, и она то с нами была, то не была. Вот, ну, в общем, смысл в том, что мы приезжаем туда посмотреть на домики, а это просто конкретные джунгли, то есть до какой-то инфраструктуры. Пешком идти 40 минут, вот так вот, то есть накачаешь все, что хочешь за это время, чтобы дойти просто до кафешки. Тоже полезно. Вот, то есть не... Фитнес-тур. Это просто такие крошечные, вообще маленькие домики, они на сваях, потому что там ползают змеи, скорпионы. Это уже это про ретрит говоришь? Это не ретрит, это вообще просто как началась домик. Моя поездка и вообще как мы спланировали этот ретрит. Вот, тут ребята говорят, да, вот мы были парой и с нами еще одна девочка.
Они говорят, мы хотим на ретрит. 31 декабря здесь будет ретрит. Я вообще... это под Новый год, да? Это получается? Прям Новый год. Да, вот это что, курса как раз мы тоже в декабре были. Да. Я ни сном, ни духом вообще, что это такое, что такое ретрит. То есть я когда-то где-то слышала випассана, ретрит, ну как это вообще происходит. Ну, ты вообще не понимала, в чем смысл. Вообще не понимала. Ну, я же спросила, что такое ретрит. Мне говорят, надо помолчать недельку. Я говорю, да, ну ладно. Че, я помолчать недельку не смогу, конечно, смогу. Вообще просто настолько отчаянно, мне кажется. Ну, это как то, что в компании, такой неосознанный поступок. Да, что это чемпион России по кайтсерфингу Игорь и его девушка Юля. В общем, мы с ними зазнакомились, и мои ребята говорят, мы собираемся на ретрит. Они, да? Класс, мы тоже. То есть, как бы, мне вообще не вариант здесь оставаться. То есть, там я хотя бы буду молчать и их видеть, а здесь я буду просто сидеть и бояться скорпионов и змей. Вот, ну, при том, что байк я не вожу, и, как бы, даже элементарно сходить покушать, это 50 минут туда, там, ну, 40, может, и обратно столько же. Ну, в общем, у меня просто особо, на самом деле, не было выбора. Я перебью тебя. У меня, на самом деле, такая картинка о ретрите. Помните фильм «Ешь, молись, люби»? Да. И там главная героиня Джулия Робертс, она такая уже зрелая женщина, после череды неурядиц, едет, оказывается, в ретрите, а молчит там, оттуда выходит такая вся осознанная, красивая, счастливая, просто с новыми целями и планами на жизнь. Тут Оксана просто рассказывает историю. Просто занесло вообще. Просто занесло мне, сколько было. Там 20 буквально, 23 года, у меня не, вообще никаких в жизни проблем, у меня все прекрасно, все хорошо, для чего мне тут? То есть в моем понимании уже потом пришло то, что это когда люди пережили какой-то опыт, да, какой-то неудачный, может, негативный опыт, им нужно что-то понять, осознать, да. Ну, духовная практика. Духовная практика, ну, в принципе, ретрит, да, это и есть духовная практика, и вот им нужно побыть наедине с собой, и вот они туда идут. У меня на тот момент этого не было вообще, то есть мне это было не нужно, ну и так получилось, то, что я там оказалась 31 декабря, я абсолютно спокойно, мы приехали туда. Это же там же на Самуи, да? Это было на Самуи, это было в горах, очень все здорово, красиво, но это джунгли, но там все адаптировано под группу, да, то есть, соответственно, там шикарный медитационный зал. Там то есть туда может любой желающий попасть, вообще, не абсолютно... надо там на профпригодность проходить? Нет, то есть как... я сейчас расскажу, как я профпригодность проходила. Все-таки что-то было, да? Прежде чем туда прийти, ну то есть ты уже приезжаешь туда, да, и ты должен поговорить с монахом. Вот, и дальше, если ты уже приняла решение, то вы сдаете все вещи, то есть нельзя ни читать, ни писать, все гаджеты, вообще абсолютно все, ты сдаешь все вещи. Там деревянная подушка, то есть вообще никаких вещей, да, тебе выделяют. В смысле деревянная подушка? В прямом, там деревянная подушка, то есть ты приходишь, там кровать, она... Я просто представляю себе, как это выглядит. Большой корпус, в корпусе много кроватей, да, которые обтянуты, как это, сеточка, да, насекомых. Балдахин? Ну, типа балдахина, да, ну вот сетка насекомых, грубо говоря. Вот, и там просто вот кровать, да, в нашем понимании это матрас, там нет никакого матраса, это просто вот деревянная... Ну, подушка. Подушка точно такая же деревянная, вот с такой выемкой для шеи. Интересно. Я, естественно, на этой подушке не спала. У меня был шок, когда я это все увидела. И мы приехали с рюкзаком. В рюкзаке у меня было парео, кофта. И, короче, парео я накрывалась. Кофта была моей... Сколько дней? Кофта была моей подушкой. Сколько дней так спать приходилось? Ну, 7 дней. А, неделя, да? Неделя, да, пока я была там. В итоге мы приехали уже последние, наверное, приехали. Новый год. Сколько человек было всего в ретрите там? Достаточно много. Мне кажется, больше 100, наверное. Вот. То есть в один приезд это все на неделю приехали? Все приехали на неделю, да. Такой как лагерь, да, получается? Да. Это было 31 декабря. Я иду к монаху, беседовать с монахом. Игорь его звонит. Он меня спрашивает, говорит, ты когда-нибудь занималась медитацией? Я говорю, нет. Йогой? Я говорю, нет. Он говорит, а что сюда пришла? Я говорю, ну вот так вышло. А ты вообще понимаешь, на что ты идешь? Я говорю, да.
А сама вообще не сном ни духом. А сама не сном ни духом. Ну, я говорю, в моем понимании было, ну, подумаешь, помолчать неделю, ничего страшного. Ну, вот. И он такой заулыбался, то есть он понял, что я совсем не понимаю, куда иду. Он говорит, ну ничего страшного, тот, кто играет в рулетку первый раз, всегда выигрывает. Я... И вот с этими словами он говорит, все, иди сдавай вещи. Интересные слова от монаха рулетка. Да, рулетка. Медитационный зал. Да, мы зашли в медитационный зал, нам рассказали, что к чему и почему. Вот, про наш примерно, да, распорядок дня. Вот, и то, что все у нас будет по гонгу. Ну, так как, соответственно, будильников ни у кого нет, гаджетов ни у кого нет. Был в медитационном зале такой большой-большой гонг. Угу. Вот, и по нему, собственно говоря, мы просыпались, засыпали. А во сколько у вас подъем был? Подъем был в 4 утра, в 4:30, каждый по-моему. День? Каждый день, да. Вот, в 5 утра мы собирались уже в медитационном поле, начиналось утро с медитации сидя полчаса, а потом у нас была йога полтора часа, после этого мы... Ну, когда у тебя нет абсолютного опыта медитации, то есть как это все, что у тебя вообще в голове, вас как-то учили? Ну, нам как минимум, да, рассказали, для чего она нужна, в чем смысл медитации. Но когда опыта нет, это, конечно, было тяжело, потому что нужно понимать, что ты здесь и сейчас, и ты должен отключить свой мозг, не думать о прошлом, не строить какие-то планы на будущее, вот именно вообще обрубать, да, свои преподаватели мысли. С вами разговаривали, да, все-таки, то есть не все молчали? Нет, каждый день была лекция, то есть тоже по расписанию была лекция, был монах Хубер, да, который каждый день нам где-то в районе часа была его лекция, которую все очень любили, да, и это, наверное, что-то было... реально полезно. Да, это был самый любимый момент в течение всего дня. Вот, а вообще, получается, так как я не спала, ни на какие перерывы не уходила, то есть у нас почему было время. Ну, потому что я переживала, нервничала, и вообще, в принципе, я днем никогда не сплю. Мне я, кстати, было тяжело, спала. Даже несмотря на то, что я там встала в 4 утра. Вот, то есть я не спала. Какие-то мысли постоянно гоняла. Да, или... конечно. То есть все спят, отдыхают, я захожу, смотрю то, что все там медитация, видимо, лежа. Вот, а я, получается, не могла никак найти себе место, я просто гуляла по территории, ходила, пока все спали, вот, наблюдала, у женского корпуса была клетка, в которой были цыплята, много-много маленьких цыплят, и я вот сидела, могла просто по часу наблюдать за этими цыплятами, как они себя ведут, что они делают. Начинаешь окружающий мир, да? Да, да, начинаешь наблюдать там за листиками, за муравьями, за комарами, там, ну, в общем, так это все морально, как бы. И день длился очень долго, то есть мне казалось, что вот этот один прожитый день, он просто дня... Три, наверное. То есть получается все одинаково каждый день. Да, все одинаково каждый день. И я просто засыпала с мыслями о том, что слава богу, третий день. Я его прожила. Завтра уже четвертый, то есть успокаивалась. Приехали вы 31 декабря и днем, да? А мы днем, да, вселились в 9 вечера. Получается, вот мы уже пришли на собрание, в 9 вечера мы уже отправились спать. То есть вы никак не отмечали вообще Новый год? Нет, Новый год мы никак не отмечали. То есть я легла к себе, к своей деревянной подушке. Ну вот, и думала о том, что у меня сейчас там мама, папа, чем они занимаются, режут салаты. Но меня, например, не волновал момент того, что это Новый год, да, и то, что там... То есть я вообще спокойно к этому относилась. Но вот 1 числа меня начало все будоражить, я стала вспоминать о том, что мама, папа там, а вдруг что-нибудь случится, до меня никто не дозвонится, гаджетов нет, ничего нет, то есть там... Скажи, пожалуйста, а контингент людей, он все-таки был похож? То есть люди, видно, что с общими интересами или все разные? Ну, наверное, общий интерес у них у всех был, да, это как раз-таки йога, медитация, как потом уже выяснилось, да, после ретрита, что многие уже проходили випассану, кто-то жил в Индии. То есть в основном кто-то... с общими, но были такие, как ты, да? Кто? Да, ну, я вообще залетная была просто случайно, которая там оказалась, да, но таких, как я, было мало. Остальные все-таки были более подготовленные и шли туда осознанно и целенаправленно.
Мне сейчас пришла в голову такая мысль, что когда молчишь, ну, как на ретрите, да, не оцениваешь людей по красноречию, а уже смотришь за поведением, за поступками. Да, да, ну, то есть были ребята, которые, например, нельзя было общаться, да, никак, даже не то, что разговаривать, нельзя было переглядываться там. Кто-то относился к этому несерьезно. За это выгоняли? За это выгоняли, но, естественно, находились такие, которые там где-то под шумок, да, там встречались, так как я гуляла, да, на обеде, там, по территории. Самообман получается. Да, и были такие, которые я подхожу там на кухню, они там между собой переговариваются, то есть, ну, это никто не видел, да, но такие тоже были, которые вот проводили это время, и, ну, действительно, самообман, просто потом ты не скажешь, что ты 7 дней пробовал медитации, да, и наедине с самим собой, потому что все равно контакт был. Вот, кто-то, у кого-то были книжки с собой. Ну, то есть хотя нельзя было, да? Хотя нельзя было. Ну, то есть были люди, которые, естественно, нарушали эти правила. Вот. Ну, никого не выгоняли на самом деле. В основном все, кто хотели, да, они просто на второй, третий день сами поуходили. Вот. Вставали вы в 4 утра, сложно было? Темно получается, да? Было темно, да. Мне было несложно, так как я спала там вообще плохо и на деревянных подушках. У меня не было такого, что вот обычно в повседневной жизни мне там в 8 утра не проснуться. Там я спокойно вставала, но было темно. И то есть мы, получается, перед тем, как зайти в корпус, да, естественно, разувались. В корпусе ходили все босиком. И вот, ну, представляете, да, там, не знаю, 30-40 девушек, вот эти вьетнамские. Топки, да, тайские, не знаю, какие, сланцы, да, они все стояли у входа, и просто кто-то догадался купить фонарик перед ретритом, а кто-то нет. Вот я из тех, кто нет. Как будто вообще туда не собиралась. Поэтому. Да, я просто выхожу на улицу, смотрю, ищу свои тапки и понимаю, что их нет. Стою до последнего, все уже ушли, и остались одни тапочки. То есть я понимаю, что это не мои, но мне пришлось одеть их и идти, потому что сказали, что без тапок нельзя, ну страшно, в джунглях. Да, не дай бог, какая-то живность, как бы босиком не пойдешь. Вот, ну и, соответственно, просто потом на обеде приходим, смотрю, мои тапочки уже на месте стоят. Ну, то есть постоянно вот эта путаница, да, была с тапками. Ну, это было забавно, потом смеялись. Ага, это ты ходила в моих тапках? После ретрита, да, когда да, общались? Да, когда уже, ну, естественно, все познакомились, все стали общаться. Потом некоторые до сих пор, да, поддерживают общение. Ну, понятно, что это новые знакомства, вот, все с разных городов. Ну, в этом плане было интересно, конечно. И как вот обычный день? То есть в 4 утра вы встали, потом медитация, дальше у вас была йога. Медитация, йога, после йоги у нас был завтрак. Что вы ели? Кухня была вегетарианская. Ты практикуешь вообще вегетарианство или тогда нет, ты впервые? Нет, я ела мясо. Я только когда думала, смотрела за цыплятами, думала, что его есть больше не буду. С ними так подружилась, да, что решила, что ты не будешь есть мясо. Да. А сейчас ты ешь мясо? Да. Это такой временный эффект. Это временный. Эффект, да, там, может, пару месяцев там я думала, что нет. Нет, ну я мясо не ем, но вот как раз-таки только цыплят ем. Ужас. Так, и что? Ну, и вегетарианская кухня? Вегетарианская кухня, примерно? Там по 2 кусочка ананаса, либо по 1 кусочку ананаса, либо это кусочек арбуза, ну, вот по фруктам, фрукты, да. Угу. Вот, и это вот их местная кухня, ну, то есть она не какая-то не переперченная, не острая это было, да, но, тем не менее, то есть какой-то горох, капуста. Все вареное такое? Да, да, вареное, тушеное, ну, то есть вот так. Были ребята, которые были сыроеды, они, конечно, питались одной капустой и вот этими кусочками ананаса. Все. То есть неделя получается? То такая. Есть, получается, кормили вот в 7:30, по-моему, у нас был завтрак, дальше мы идем опять на медитацию. А ни супов, ничего такого? Это было на обед был в 12:30. Это в 12:30 был обед. Сладкое? В 5 часов сладкое были десерты, но я не знала, что это десерты, я как раз-таки думала, что это супы. Вот, как выяснилось потом, ну, это вот просто тайская кухня, что-то беленькое, там какие-то семечки плавают. То есть тебе же после ретрита рассказали? Да, мне сказали, что это были какие-то нереальные, очень вкусные тайские десерты. Подстава. Да, я к ним так подходила, смотрела, думаю, боже, что это, я не буду это пробовать. То есть много было всего непонятного из еды, да, получается, да. Никто не объяснит, что никто не объясняет, что это, ну, хочешь, бери, пробуй, да, ну, как это было все равно шведский стол, ты подходишь, берешь, но нужно не забывать о том, что были, конечно, такие ребята, которые там накладывали себе, ну, знаете, как у нас, типа, в отеле All Inclusive, да, были
были такие, да, которым просто некоторым ребятам чего-то не доставалось потом из-за вот этого поведения. Но так потом в целом уже, в принципе, все уже поняли, нормально было в плане питания. Ну, я из-за того, что я нервничала, переживала. Не до еды было. Капуста, ананас, ну, то есть вообще, да, я там очень похудела из-за того, что я нервничала, я практически там не ела. Да. Ну вот, а потом получается медитация при ходьбе, медитация сидя, да, в медитационном холле, дальше у нас был обед, после обеда у нас были работы. То есть всем досталась какая-то работа, то есть труд это тоже, да, своего рода медитация. Вот, мне досталось смыть туалеты, работа. Новичкам везет. Да. Ну вот, но на самом деле я поняла, что мне повезло, потому что туалеты там были шикарные, чистые, то есть ты приходишь, там все в принципе в порядке, что-то там сполоснуло, там уже биде у тайцев у всех. Ну то есть там в принципе я не могу сказать, что как-то прям... То есть эта работа, она не была дана людям для того, чтобы они прям там им этот пахали. Центр, да, там просто почистили, очистили. Нет, такого а не было. А самый сложный вид работы какой доставался? Мне кажется, если что туалеты, это мне легко. Кажется, что самое сложное было ребятам, которые мыли посуду, потому что вся много эта толпа, да, и посуду мыли, то есть там не было, да, крана, как это были тазики, да, вот сначала моешь, потом смываешь, потом кто-то вытирает, да, ну то есть вот так. Но с другой стороны, может быть, это неплохо, потому что у них там на эту посуду ходило 2-3 часа, у меня на туалет 5 минут, и я оставшееся время не знала, куда себя деть. Я приходила к ним и смотрела, как они моют посуду. Так, а после работы, получается? После работы был сон. Ещё себе какой длинный день получается, 4 утра. То есть ты столько всего рассказала, а еще только до дневного сна. Да, обед, работа, сон. Вот пока все спали, я гуляла, я уже об этом рассказывала. Вот, дальше опять медитация сидя, опять медитация при ходьбе. Каждая медитация занимала 30 минут. Что ты сейчас используешь в жизни какую-то медитацию? Одну единственную. Расскажи, интересно. Медитация любящей доброты, ее проводила девушка. Мне она очень как-то так откликнулась, понравилась. Суть медитации в том, что, ну, есть определенная речь, да, закрываешь глаза и просто представляешь. Сначала ты представляешь своих самых близких и родных людей, там себя, естественно, да, отправляешь лучики света, тепла, доброты, в общем. Такая понятная, легкая. Понятная, да, и легкая. Ну, для меня это было самое понятное, что там уже происходило. Я правильно понимаю, что ее можно не только там родственникам, любимым людям, но и недоброжелателям? Нет, медитация заключалась в том, что сначала всем родным и близким, потом просто каким-то знакомым, потом уже каким-то недругом, да, потом с каким людям, с которым у тебя какой-то конфликт, то есть... Потом, как я уже в ходе узнала, что девчонки рассказывали, что некоторым эта медитация давалась прям очень сложно. Да. У кого-то были конфликты с родителями, и им было очень тяжело вот родителям там отправить эти лучики. У кого-то там какие-то, да, разногласия на работе, там конфликты тоже было. Мне как-то вот она очень легко отдалась. Ты добрый человек. У меня не было такого, что мне там сложно кому-то знать, и всем пожалуйста. Раздала и пошла. Дальше была лекция, вот Танхуберт монах был, что да, это... Танхуберт это имя? Танхуберт, да, это имя монаха, да, и, собственно говоря, на нем завязывается весь ретрит, да, то есть он самый главный там монах, вот, и он ведет вот эти самые основные лекции, вот. Его лекции, конечно, были очень потрясающие, но они основаны на буддизме, конечно же, но в тот момент я поняла, что христианство, буддизм, все вообще... Одно и то же, все взаимосвязано, да, и в принципе, хоть я и не буддистка, да, мне тоже очень нравились, откликались эти лекции. И вот. После этого еще, получается, сколько времени там? После этого опять медитация при ходьбе, то есть было очень много медитаций, да, в день, потом был чай, в 17:00 у нас был чай. Просто чай. Вот. Кто-то, ну, были пакетики вот эти, их тайские кофе, да, там, и, либо чай. Вот. Иногда давали там банан, ну, иногда давали, иногда не давали. Иногда был просто чай, иногда чай с бананом, да. Ну вот, то есть дальше опять отдых.
до часов 7, наверное, отдых. Это, для меня отдых это было вообще самое страшное. Нечем заняться. Вообще просто нечем заняться. И вот опять все пошли спать. Uh-huh. Вот, а ты 2 часа ходишь, не знаешь, куда себя деть. И уже темно, то есть, если не в новое время, да, светло, можно там походить, понаблюдать, то тут уже потемки, и как бы особо и не погуляешь. Вот. Дальше опять возвращаешься, опять медитация при ходьбе, медитация сидя. В 9 часов гонг. Вечером. Вот, мы идем спать. Mm-hmm. Что то самое сложное вот получается? Вот ничего не делание, да? Да. Ну, очень сложно, когда ты в повседневной жизни постоянно контактируешь с людьми, постоянно с кем-то общаешься, даже если ты находишься один дома, ну, девочки, наверное, все поймут, да, там, стало скучно, позвонил подружке, поболтал, там, скоротал свое какое-то время, ну, вот, там ничего, то есть... Ну, как прошла первая ночь? Вот вы в 9 часов легли, с 31 декабря на 1 января. Да, первая ночь, получается, я легла спать вот с мыслями о том, что там делает мама, папа. Uh-huh. Вот, ну, в принципе, я не расстроилась, я понимала, что у них там подготовка полным ходом. Uh-huh. А дальше я проснулась, наверное, часа в 2, мне стало очень страшно от того, что это был Новый год, был салют. Его было слышно, mm-hmm. и мы были в горах. А в Азии же еще. У меня такое ощущение было, что что-то взрывается, mm-hmm. и я такая лежу, а вдруг цунами? Сразу самые плохие мысли. Сразу же, да, какие-то негативные, страшные мысли в голове. Потом только до меня дошло, что это Новый год, и это был салют. Вот, то есть первая ночь была такая, потом уже, в принципе, было спокойнее и легче. И проснулась ты вот 1 января? Проснулась я абсолютно нормально, спокойно. Первый день я ходила, ну, потому что все новое, ты еще ничего не знаешь, да, и вот первый день, он, в принципе, был, ну, не такой сложный. Вот к вечеру, как раз-таки, когда вот этот перерыв, mm-hmm. да, двухчасовой перед вечерней медитацией, и уже темно, и ты не можешь ни с кем пообщаться, мне начали в голову лезть всякие дурные мысли. Mm-hmm. Вот, и все. И вот тут все началось, я начала рыдать, плакать, у меня начались какие-то, я не знаю, что это было, просто в груди все сжимать, чувство страха. Третий или четвертый день это было. Ей она... разрешено было. Да, ей разрешено. Ну, если она видит, что какие-то такие ситуации, ну, когда человек. Вообще, кстати, у многих такое было, такая реакция. Или просто потому, что ты неподготовленная была. Мне кажется, потому что я была неподготовленная. Все-таки, по крайней мере, рыдала я одна там. Без конца. Я ходила и плакала. Кстати, возрастной контингент. Ты говоришь, тебе было 23, остальные были постарше или? Вообще разные. Да, и было очень много молодежи, но были ребята, которым там. За 40, то есть абсолютно разные. Вот. И что она тебе поговорила? Вот, да, она со мной пообщалась, спросила, как я себя чувствую, принесла градусник, выяснила, что у меня температура, мне дали одеяло. Вот, я такая блатная, с одеялом. Вот, ну, в общем, она со мной поговорила, она меня успокоила, она сказала, что это все, то есть это не простуда, это не грипп, то есть это вот все на эмоциональном уровне, да, то, что я так запсиховала, занервничала. Вот. Очень интересно вели себя ребята. То есть я сидела, кушала, с утра у меня слезы вот так вот в тарелку катятся. Говорить мы не можем. Девочка, которая сидела со мной рядом, она меня вот так вот гладила под столом, чтобы я успокоилась. Вот, потом я прихожу к себе в комнату. То есть перебитие, начинается какой-то телесный, да, контакт, когда люди не могут. Хотя этого тоже было нельзя, да, то есть, ну, девочки начали просто там под столом, чтобы это никто не видел, ну, то есть, хоть как-то пытались помочь, поддержать. Хотя это абсолютно мне незнакомый человек, я с ним никогда не разговаривала. То есть вот мы просто ходим, друг на друга смотрим, и все. Потом я прихожу в комнату, у меня цветочки выложены на кровати, то есть другая девочка. То есть, ну, поддерживали вот как могли. Потому что вот я прям сидела, у меня в тарелку капало, я сидела на медитацию, у меня все капало. То есть я не знаю, сколько я там проплакала. И на четвертый день можно было записаться к любому монаху, с которым ты хочешь пообщаться. Вот. И на четвертый день можно было с ним поговорить. Девочка, которая любящую доброту, да, нам озвучивала, она говорит, иди сходи еще к этому монаху. То есть у первого я не смогла ничего, я просто прорыдала целый час взахлёб, ну, или полчаса, ну, как-то довольно-таки долго это было. Вот, потом я пошла к нему, то есть он решил понять, почему я вообще себя так веду, то есть он думал, что у меня какие-то проблемы в детстве.
Вот, начал копать, да? Начал копать, да. Но, как выяснилось, никаких проблем нет. У меня абсолютно все в порядке с родителями. Полноценная семья. Да, в семье. Просто оказалось то, что я никогда в жизни не оставалась одна. Угу. Вот, я не оставалась одна, потому что в детстве всегда у меня был полный дом народу. Потом я приехала в Петербург из дома, я поселилась в общежитии, там постоянно, да, были люди. Тусовки. Да, тусовки. Получается, что одна со своими мыслями ты никогда не оставалась. Нет, потом я переехала к молодому человеку, мы стали жить с ним вместе, то есть все время я была при ком-то и с кем-то. Вот, а так, чтобы осознанно остаться одной, жить одной, да, такого никогда в моей жизни не было. Вот, и в итоге он говорит, радуйся, ты можешь плакать. Но ко мне приходят девочки, там, которые третий-четвертый год подряд приезжают, и вот только там на третий-четвертый раз у них получается хоть какую-то слезинку из себя выдавить. Что, какие-то блоки стоят, да? Стоят блоки, да, то есть, ну, поэтому они, в принципе, туда и приезжают, и пытаются как-то эмоционально, да, разгрузиться. Вот, потому что он говорит, это вообще проблема многих, которые настолько замкнуты в себе, настолько пытаются показаться сильными, самодостаточными, самоуверенными. И даже расслабиться что не могут. Они не могут расслабиться, они не могут не то, что кому-то показать свою слабость, они даже себе ее не могут показать. Ну вот, поэтому он говорит так, такие что... Такие важные слова, вообще, мне кажется, да, сейчас она будет. Так что, говорит, все в порядке, рыдаешь, рыдай себе на здоровье, чистись, и все будет хорошо. Вот, ну, после этого я более-менее успокоилась, то есть я уже спокойно... Получается, четвертый день, да, у тебя четвертый день, да, вот в конце четвертого дня я перестала рыдать. На пятый день у нас был выезд, мы могли... мы собирались группой, нас на автобусах повезли в очень красивое место, там была медитация, да, это был лес на вершине горы, там... Было очень красиво, и, в общем, мы, ну, то есть какое-то уже разнообразие, да, потому что вот это вот каждый день одно и то же, это было тяжело. Вот, уже интерес какой-то появился, и ты уже, да, уже появился интерес, не хотела уходить, да, уже, я уже доживу 7 дней. Да, да. Вот, потом у меня уже после этого начали приходить очень много мыслей по работе, у меня какие-то проекты, какие-то идеи. Что-то очистилась голова. Да, вот этот вот негатив, который на протяжении... Подожди, я что-то вспомнила, а спала ты как, на руке? Нет. 4 дня уже прошло. У меня был с собой всего один рюкзак, вот, и в котором, то есть эта подушка была деревянная, отодвинута в сторону, естественно, на ней не спала, просто я вот так вот в комочек собрала свою кофту, и на кофту была моей подушкой. В общем, человек приспосабливается в любых ситуациях, в любых условиях, поэтому... Вот. Постоянно кричали геккон, у меня над кроватью висел просто вот такой вот гигантский, он был похож на крокодила, просто геккон. Это так, что все, последний день, седьмой, нам звучит этот гонг, и нам можно выйти и сказать какие-то там слова на путстве, какие-то отзывы, что вообще, когда я, ну, можно было выйти по желанию тогда и сказать свою речь. Я сначала вообще не хотела выходить, а потом я подумала, наверное, стоит объясниться. Они меня все поддерживали, все не понимали вообще, что со мной происходит, почему я без конца рыдаю. Но я вышла, я сказала речь, я всех поблагодарила, да, за поддержку. Вот, потом, нет, когда мы только вышли, ну, естественно, я там прибежала, обняла своего молодого человека, наконец-то можно было. Вот, позвонила маме, но у меня не было, у меня наоборот потом... Мне все это надо было рассказать, да. То есть не было такого, что... А кто у кого-то наоборот? Ну да, я, например, по себе думаю. У нее наоборот. И вот она как пребывала вот в этом состоянии, она... Говорит, мне вообще не хотелось. Мне тоже кажется, мне бы прям было сложно. Но это все от темперамента, это все от характера и, опять же, от осознанности, да? То есть, как бы, если бы, наверное, я пошла сейчас, то уже совершенно бы по-другому себя вела, и ощущения, наверное, были бы иными. Кстати, расскажи, ты контактами этими вот могла бы поделиться с людьми, то есть именно этой школы? Да, тебе понравилось? Да, у меня есть группа. То есть ты бы рекомендовала? Да. Мы тогда оставим ссылки под описанием
видео. В плане организации там все очень здорово. То, что ну, это мои эмоции, да, это мои эмоции, мои там ощущения и мой опыт. А так вообще в целом, то есть организация. А по стоимости там как-то ограничено? По стоимости на тот момент это за донейшн. То есть хочешь платишь, хочешь нет. Но есть рекомендованная стоимость 2000 бат. На наши деньги это получается, ну, по сегодняшнему 4. Курсу, да, 4000 рублей. Ну, и вообще, просто... вполне приемлемая сумма. То есть, представь себе, это получается, надо только долететь, и неделю уже можно жить в ретрите. То есть, да, это очень да, доступно. Можно прилететь на, допустим, 2 недели. Я не знала, я думала почему-то, что ну, не дешевое это удовольствие. Нет, это все за донейшн. Причем в Индии, знаю, такие практики проводятся, это тоже за донейшн. Mm-hmm. То есть... Ну, мы оставляли, я уже не помню, честно, сколько мы оставляли, да, ну, то есть это уже на твое усмотрение, можешь больше. У меня тут глаз плачет. Ну, Оксан, выходит так, что от ретрита временный эффект или что-то по сей день тебе напоминает и помогает? То есть сколько времени уже прошло, получается, с поездки с твоей? 3 года. 3 года? 3 года, да. Это достаточно было... времени. Да, это был 2015 год. Ну, как минимум, осталась медитация любящей доброты. Что-то осталось. Вот, но опять же, это все-таки, я, наверное, не могу сказать, что после этого, да, прям какие-то глобальные изменения у меня произошли, но, опять же, зависит от человека, зависит от осознанности, от понимания, куда ты идешь. И, возможно, если бы я пришла туда подготовленная, вот, с какой-то конкретной проблемой, которую мне надо проработать, то эффект однозначно был бы. Дай ей напутствие, совет. Но я в любом случае бы рекомендовала, потому что это новый опыт, это все безумно интересно, ты понимаешь то, что есть абсолютно другая культура, ты погружаешься в другую религию, да, ты можешь проанализировать что-то для себя, вынести полезное. И если есть какие-то, да, там переживания, да, мне кажется, даже если в принципе все хорошо, то побыть наедине с самим собой — это тоже очень полезно и нужно. Поэтому я бы все-таки рекомендовала съездить. Ой, Оксан, спасибо тебе большое за твой рассказ, за рекомендации, напутствие. Мы записали интервью с Оксаной, и я хочу поделиться ответом на главный вопрос. В чем же все-таки посыл ретрита? Я прочитала в одной из групп ВКонтакте, мне очень понравилась формулировка. Тишина заключена в каждом из нас, но люди всячески заглушают эту тишину, даже не осознавая, что каждая секунда жизни наполнена различными звуками и отвлекающими факторами. Таким образом, все дальше отдаляясь от себя настоящих, они теряются в ненужной им информации. Мне кажется, нам всем есть над чем подумать. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и мыслями в комментариях под этим видео. Если у вас есть история такого же нестандартного интересного тура, напишите мне, свяжитесь в Instagram или здесь. Мы обязательно снимем интервью и поделимся вашей историей с людьми. Давайте расскажем всем, как можно путешествовать. И не бойтесь, мы все поедем отдыхать. Вопрос в том, как, куда и когда, с какими эмоциями и что мы хотим от этого получить. Спасибо вам большое. Я очень счастлива, что могу разделить с вами свои эмоции и поделиться чем-то интересным. Подписывайтесь, мне будет очень приятно.